Всем привет! Меня зовут Нестерова Галина, и я директор музея-усадьбы Петра Петровича Семенова-Тяньшанского. И это наш краткий видеоотчет за январь. Невероятно, но первый месяц года уже позади. И хотя по количеству рабочих дней он был совсем небольшим, нам есть чем с вами поделиться. Главная новость не только этого месяца, но и всего года – юбилей. 195-й день рождения Петра Петровича Семенова-Тяньшанского, который мы провели в областной научной библиотеке в кругу старых и новых друзей. Вместе подводили итоги, делились планами, принимали поздравления и подарки. Примите поздравления! Ура! К 195-летию со дня рождения Петра Петровича Почта России выпустила юбилейные почтовые открытки. Уже весной вы сможете отправить друзьям такую открытку прямо из усадьбы. Советую поторопиться, открытки выпущены ограниченным тиражом. Продолжая серию открытий «Вести из Индии», в русском доме в Мумбаи открылась выставка, посвященная также 195-летию со дня рождения Петра Петровича и 165-летию его знаменитой экспедиции к небесным горам Тяньшань. Без ложной скромности выставка была подготовлена при нашем непосредственном участии. Я думаю, ну какой же молодец! Еще в день рождения Петра Петровича мы запустили конкурс на разработку логотипа, который станет символом этого юбилейного года. Приглашаем всех желающих принять участие и предложить свои варианты. А мы выберем лучшие и подарим подарки. Приз! Приз в студию! Подробнее обо всех событиях и конкурсах прошедшего месяца вы всегда можете узнать в наших соцсетях. Присоединяйтесь!